крыш нам. Слушайте, я, это такой вопрос совсем непростой, и я не могу сказать, что мне прям особенно хочется на него отвечать по той причине, что в 30 секунд не уложится. Но мне бы хотелось видеть будущее Крыма самобытным, удачным и независимым. И, на мой взгляд, это было бы единственным правильным решением.